С большой тревогой хочу предупредить, что может случиться в случае выхода из строя там какого-то оборудования на маяке. Я говорю, это не экибастуз. Ситуация здесь будет гораздо серьезнее. Слушайте, вот. Но ведь, наверное, власти региона понимают всю серьезность? Власти региона должны понимать всю серьезность. И хочется надеяться, что они все-таки понимают. При этом, при всем, помимо понимания, нужно еще что-то делать. Это биться за бюджеты, биться за новое оборудование для генерации. Там. То есть это мало одного понимания. Насколько они вовлечены в это дело, ну, я судить не могу, но по результатам я не вижу, чтобы в городе что-то делалось. То есть Актау может повторить судьбу экибастуза? Нет, Актау не может повторить судьбу экибастуза только в части этого. Экибастуз все-таки, когда там вывалились котельные, остался город без тепла. Здесь мы можем остаться без тепла, без воды, без электричества. То есть вообще без всего? Поскольку маяк – это сердце региона, единственный источник электричества, тепла и воды.